Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове на директора ОНО завели уголовное дело. Он обвиняется по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». По версии следствия, директор одной из автономных некоммерческих организаций, используя свое служебное положение путем обмана и фальсификации документов, похитил деньги организации в размере не менее 138 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на то, чтобы установить обстоятельства произошедшего, сообщили в областном следственном управлении. Экономика. Корпорация развития Кировской области требует с экс-директора 636 тысяч рублей. Иск на такую сумму поступил от организации в арбитражный суд Кировской области, сообщает портал «Источник онлайн». Касается он бывшего руководителя Владимира Чубика, который был гендиректором корпорации в течение года с февраля 2022 по февраль 2023. После ухода Чубика организацию возглавил бывший замглавы администрации Кирова Сергей Зотин. Занимается она, напомню, привлечением инвестиций в Кировскую область, в том числе развитием индустриальных парков. КСП недавно признала деятельность корпорации в этом направлении неэффективной. В эфире «Экономика». Кировчанина осудят за мошенничество с недвижимостью на 9 миллионов рублей. Пострадавшими стали 12 человек, рассказали в областной прокуратуре. Житель Кирова в течение 3 лет собирал заказы на строительство загородных домов, демонстрировал построенное здание в деревнях Баташи, Шихово, Шмагины, брал при этом деньги, но дома строить не собирался. Общий ущерб от действий мошенника составил более 9 миллионов рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».